Спасибо, что пришли. Сперва я хочу сказать пару слов. Вперед, львы! Как вы знаете, через неделю Эрик уезжает на учебу в колледж. Да, все нормально. Не хочу, чтобы он уезжал. Помнишь, как я это вырезал? А помнишь, что тогда сказал? Я сказал, все будет хорошо. Я же твой старший брат. И всегда буду тебя защищать. Ты молодец, Эрик. Мы будем скучать. Джессика, спасибо, что посидишь с Розой. Доброй ночи. Мы вернулись! Эрик! Наверное, спят еще. Где Роза? Я не знаю. Роза! Так и знала, что нельзя оставлять вас одних. Что сказали? Ее нашли. Где? Для этого и нужна семья. Чтобы помогать друг другу. Поможешь мне, солнышко? Конечно, поможешь. Зачем ты стояла у нас под окнами? Я знаю, что ты не она. Знаю, что ты не Роза. Что ты такое? Ты не моя сестра. Роза, открой дверь! Чего ты от меня хочешь? Роза, открой дверь! Нельзя терять контроль. Я сказал, открой дверь! Роза, открой эту сраную дверь! Другая.